idea how many people were eager to help us. We'll remind the Longbows where they belong. I have to kill you. Приветствую всех. Итак, это Ведьмак 2 Убийцы Королей. И нам сейчас, как вы помните по прошлой серии, нам сейчас надо будет дойти до вдохновенного некоего и поговорить с ним о Сабрине Гривисик. Это связано с заданием на расследование, собственно говоря, сожжения самой этой Сабрины, чародейки, чтобы затем освободить от проклятия Хенсельта. Собственно говоря, на Хенсельта именно Сабрина Гривисик и проклятие это наслала. И сейчас мы будем изучать вообще природу этого проклятия и узнавать также, как от него избавиться. Так, я смотрю, тут уже напали гнильцы на кэдвенских солдат в очередной раз. Не опять, а снова. Ребят, отходите. Так, ну вроде все живы-здоровы. Кстати, тут еще мертвые люди. Нам бы пришлось. Мертвые солдаты. Гнильцы плодятся, как кролики. Мы шли к вдохновенному. Хотели ему денег на свечки отнести. Угу. Но лучше я сдохну, чем сделаю еще хоть полшага. Если ты к нему идешь, передай ему вот эти деньги. Давай, давай. Не передавай. Сколько хоть заплатили-то, ребятки? Так, ну вот, тем более нам еще больше повода теперь есть встретиться с вдохновенным. Все-таки деньги, я думаю, надо отдать. Так, и даже чтила надо. Так, это уже сколько, интересно. Так, тут 3 трупа. Там 4. Нет, точнее, даже там 5. По-моему, трупаков мы нашли и сожгли. Здесь... 5, 6, 7, 8. То есть еще где-то 2 трупа надо найти. Ну, вроде тут их нету. Тут только 3. Ладно, посмотрим сейчас. Собственно говоря, куда нам дальше идти, что-то нам не показано. Либо туда, либо туда. Так, ну давайте, тут, по-моему, в любом случае здесь путь-то только один будет. Хотя не факт. Хотя не факт. Блин, сколько ж тут развилок-то? Твою ж мать. А, медальон о чем-то предупреждает. Опаньки. Эндриашки, блин, давно мы с вами не виделись, ребятушки. Эндриашки. Какие, а? Да, что-то совсем от вас отвык. Что вы мне в последний раз только во флот мне встречались. Ну, сейчас вы мне особых проблем уже не представляете. Так, куда-то мы далече зашли с вами. Так, ну-ка, там я где-то мутаген видел. Давайте посмотрим. А, мутаген силы. Ну вот я думаю, вот это возьму. Шкуру брать не буду, слишком она много весит. Вот жвалы и слюна, кто знает, может быть, пригодится. Когда-нибудь. Так, что это вообще за место? Оно, знаете, так очень сильно выделяется от всего, что мы видели. То есть равнина, это такой вот лесочек. Такой своеобразный оазис. Где еще? Так, а здесь, как я вижу, вот это опять королева эта самая, да? Ирден. Который мы уже убивали, глава глаз. А, ее надо в жопу. Точно. Я вспомнил.
Опа. Чуть на яд не попали. Блин, ну с Андрягой, конечно, тяжко сражаться вместе еще с ней. Блин, куда же тебя забрать-то, блин? Давай. Да твою ж мать, что за сучка, а? На, придется вспомнить свои, блин, навыки. Блин, и все обходит, козлина. Во, напала, отлично. Так, куда-то мы сами залезли, блин, теперь я жалею о том, что залезли, блин, в такие дебри. Ладно, зато с главоглаза обычно там какие-то ништячки вылупляются. Давай, да чё ты... Давай, иди, чуть-чуть осталось. Блин, сороконожка долбаная. Все, отлично. Правда, немного мы все-таки на яд попали, но... Ничего, самое главное, мы головоглаза убили. Один из самых неприятных монстров здесь. Так, зато сейчас получим панцирь, да, и трофейчик можно будет продать неплохо. Так, трофей 2 стоит. Так, какой у нас сейчас трофей? Так, Кейран, да, броня 3, здоровье 50. А, не нужен нам этот трофей, 24 всего-навсего, тогда бросим трофей. С Кейраном так и будем ходить. Так, ну и давайте обсмотрим тогда местность, что тут есть такого. Блин, куда эти тропы нас потом приведут, мне интересно. Ну это путь обратно явно. Так, а вот здесь какой-то, что ли, мостик типа был, да, раньше, судя по всему. Интересное место. Но, по всей видимости, здесь, по-моему, не пройти. Да, здесь тупик, хотя, по-моему, можно пройти вон туда. Но это нас вообще уже куда-то занесет, по-моему, не в ту степь, там куда-то. Да, это давайте мы туда пройдем попозже. Все, нам сейчас надо обратно уже к этому вдохновенному пройти, а то сейчас, блин, пройдем слишком далеко, и опять нам в этой серии по-любому с ним надо встретиться. Вот так просто зря время потратим. Тем более, что никаких ништяков, кроме как вот ускоренных мобов, я тут не увидел вот во главе с головоглазом. Ну ничего, зато кое-что мы тут с вами насобирали. Так, а нам, как я понял, вот сюда надо. Ох, и сюда. Тут заходи за с нами гарпии, да? Теперь надо гарпию уничтожить. Ну, гарпии не такие уж они опасные, на самом деле. Давай. Вот что-то у вас поналетало до хрена, ребят. Реально. Сюда. Вдохновенный, чё ты сюда заходи за свечи свои, блин, лепишь? Ну, лучше бы мне помог бы. Здесь безопасно. Давай, все, я тут. Тут нам ничего не грозит. Я ждал их. Я знаю, что они шли ко мне с дарами. Я слышал крики. Видно, на них напали. Раз сюда не дошли, значит, их нет среди живых. Они живы, вот твое бабло. Они живы, но испугались чудищ и вернулись в лагерь. Просили передать тебе деньги на свечи. Здесь только половина.
За такие деньги я могу только фитиль скрутить. Скажи, что тебе здесь нужно? Я не верю, что ты здесь случайно. Конечно, не случайно. Ты У что? Меня есть масса вопросов. Только вот мало кто готов на них отвечать. Прежде всего, меня интересует история Сабрины Глевисик. Послушай, пока я не верну своих денег, я не буду с тобой ни о чем разговаривать. Бескорыстно я помогаю только своим последователям. Будь ты одним из них, был бы другой разговор. Так, ну что, можно либо сразу бабло отдать, да, либо попробовать стать последователем верным. Ну, блин, я не хочу на самом деле отдавать деньги. Поэтому давай-ка, ладно уж, я стану твоим последователем, фиг с тобой. Я слышал о тебе много хорошего, и с удовольствием стану твоим последователем. Я рад этому. Тогда слушай, ибо я не стану повторять дважды. Если твои намерения чисты, ты сделаешь то, что я тебе скажу. Каждый обращенный должен пройти испытание. Ну, ты проведешь ночь в медитации у старой часовни над зеницами Сабрины. Где? Это два одинаковых озера, которые я назвал в ее честь. А, так мы, по-моему, там уже были. Прежде чем начать медитацию, ты примешь зелье, которое я тебе дам. Запомни все, что тебе привидится, а на утро обо всем мне расскажешь. Это очень важно. Окей. Хорошо. Я вернусь, когда буду готов. Так, ну что, нам теперь надо вернуться к этим самым озерам, по-моему, да? Если я не ошибаюсь, вот именно к тем, где мы раньше были, да? Да. Я ж о чем и говорил, то что туда мы еще вернемся обязательно. Так, зелье вдохновенного у нас вроде есть, кстати. Перья тоже неплохо бы собрать. Потом объясню, почему. Там будет потом один странный парень, который будет собирать перья гарпии. Давай, блин, люфтваффе местная, блин. И он потом-то там потребует, по-моему, 60 перьев, что ли. Поэтому нам что-то надо скинуть обязательно. Ну-ка, давайте посмотрим, может быть, у этого вдохновенного что-нибудь есть на хранение. Блин, вот вообще я не понимаю, вот эти условности бы сделали бы, как в Готике, там вообще нет ограничений, вообще ни почему. А, так, а положить мы, по-моему, не можем ничего, только если выкинуть. Так-с, ну, давайте что-нибудь скинем. Ладно, как раз, что у нас тут весит очень много, шкура трупоеда, не надо... Камень стихии, по-моему, еще пригодится. Так, что еще? Ткани Кейрона, алхимический элемент. Пусть будет. Так, жвалы Эндриаги, ну-ка вот. Они дохрена весят. Ладно, в случае чего потом подберем. Ты ё-моё! Ты не... Не нужны мне были когти, ё-моё. Ладно, пока что подзаработаем опыт на гарпиях. Вот дайте мне уже пройти, а. Кто затрахают реально своими респаунами. Так, напиток мы у него уже взяли, все, поэтому сейчас идем к озерам. Мы уже практически пришли на это место. Так, он сказал еще в полночь, да, прийти и выпить зелье. Давайте проведем ритуал. Что интересно нам привидится? Полночь. Уже такая совсем другая, более мрачная такая атмосфера сразу становится. Так, алхимия нет, стоп. Эликсир. Так, микстура вдохновенного. Что у нас тут? Восстановление в бою плюс 25. Восстановление здоровья в бою плюс 1. Восстановление здоровья плюс 2. Что-то как-то подозрительно. Мне это не нравится. Я боюсь, сейчас что-то случится.
Чё-то сейчас будет. Какая-то жопа, небось, по-любому. Староват я для этого. А... Чего? Большая курица? Ну, не знаю, стоит ли кому-то об этом рассказывать. О, записки вдохновенного внезапно появились. Твою мать, че сейчас только что произошло, я это так и не понял. В раскаянии осознаюсь, что блуждал в его грехе. Ни одна из обычных дурных привычек солдата не была мне чужда. За годы службы узнал я, что есть азарт, алкоголь, мерзость, ложь и дурное слово. И лишал людей жизни не только по приказу, я был жесток. Теперь я вижу ясно, что когда погряз во тьме и не замещал света... Как пламя свечи во мраке, с самой темной ночи светом стала девица Сабрина Глевисик, ясная и чистая, как богиня. Всегда поддерживала она солдат и пыталась вытянуть меня на добрый путь. Но я был слеп для света. Первое откровение, которое мы видим здесь. Да. Вы увидите большую гигантскую курицу, конечно, да, это можно обгадиться сразу. С непривычки-то. Ну, действительно, даже не знаю, как тут про такое теперь рассказывать. Так и скажем, видели большие ножки Буша, блин. Нахерена большую курицу. Да, сразу возникает, блин, вопрос, что, блин, курил этот самый вдохновенный, блин. Раз, чтобы стать его последователем, надо увидеть это. По-моему, это уже слишком. Я еще спайсы не готов жрать. Нет, тут ты что, по-любому, как только я прихожу, обязательно гарпни, да? Не, ну ладно, я в принципе, мне не против, в принципе, я не против этой пьянки, да? Самое главное, что опыт потом нам за это прибавляется. А так я их сколько угодно могу набить. А? Что? В чем дело? Ну, как бы это... Ночь-то я провел. Я выполнил задание. Говори, что ты видел. Я видел волшебный лес и большую курицу. Можешь считать меня психом, но мне привиделось, что я был в лесу. Деревья напоминали огромные грибы, а между ними ходила гигантская курица и клевала жуков. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Уже несколько недель меня преследует видение курицы в грибном лесу. Я думал, что сошел с ума. Испортилась. Трава! Болотник! Ну, а это уже мои заботы. Спрашивай, о чем хочешь. Ты наверняка многое знаешь об обстоятельствах смерти Сабрины Глевисик. Сабрина, мученица, покинула мир живых, чтобы заботиться обо всех нас. Угу. У меня есть еще вопросы. Ну, давай расспросим. Ну, давай полностью тебя там. С пристрастием допрос устроим. Наши потомки, глядя на дела наши. Угу. Даже так. А ты кем был прежде? Какое это имеет значение? Грехи молодости пускай отойдут в бездну забвения. Загляни в пламя свечи, мечник. Почувствуй его, и ты услышишь, что оно говорит тебе. Не слышу. Видно, ты еще не готов. Понятно. Зачем столько свечей? Не проще ли разжечь очаг? Это пламя Сабрины. Ты ограбил какой-то караван с воском? Свечи я делаю сам. Угу. Так, ну давай уже все. Самые главные вопросы, которые меня волнуют. Ягон где-то здесь? Ягон мертв. Он не был достоин идти путем лучезарной славы госпожи. Милость Сабрины имеет свои пределы. Ты не понимаешь, о чем говоришь, ведьмак. Даже так. Долину разделила битва призраков. Ты знаешь о ней что-нибудь? Здесь происходили страшные вещи. Вот и слышатся до сих пор крики умирающих. Если ты намерен утолить их боль, знай, что Сабрина одарит тебя своей милостью.
Чтобы что-то сделать, мне нужны символы памяти. Магически активные предметы, которые остались от погибших в этом бою. Мне нужны символы веры, отваги, ненависти и смерти. Вера? Не знаю, во что верили эти солдаты, но их обманули. Отвага, ненависть, смерть. Этого всего было сполна, особенно смерти. Но я помню рыцаря, который, невзирая на опасность, двинулся с горской солдат навстречу превосходящим силам. И это был Зельдкирк из Гулеты, лучший рыцарь Димавенда. Когда когорта Вандергрифта отрезала его от остальной армии, он без страха бросился на домоправителя. Ты ищешь символ отваги? Найди доспехи Зельдкирка. Доспехи уже найдены. Окей, тогда давай уже все. Главной цели я хочу знать все о Сабрине. Скажи мне еще раз, что ты знаешь о Сабрине. Что именно ты хочешь знать? Откуда эти свечи? Чем отличается Сабрина от других магов, сожженных на кострах? Другие были сильны при жизни. Ее же сила расцвела, когда смерть протянула к ней свои руки. Она в милости своей окружила опекой солдата, который сократил ее страдания. Больше ему не приходилось бояться, выходя в ночь. Ты видел эти земли? Всюду полно страшил и чудовищ. Яган, милосердный солдат, ступал с того времени в блеске ее силы, и ни одно существо, порожденное тьмой, не могло подойти к нему хотя бы на шаг. Ну, а о самом проклятии, что ты можешь мне поведать? Ты слышал о проклятии, которое Сабрина наложила на короля? О проклятии? Конечно! Заслуженная кара! Белое слово, изреченное карминными устами. Король уготовил чародейке жестокую участь. Муку пламени и унижение. Прибитая к колесу, приговоренная, она испытала такую боль от огня, которую обычный человек никак вообразить не сумеет. Когда пламя охватило ее стан, из груди ее раздались не стоны боли, но слова, пророчащие скорый конец короля Хенсельта. Пусть небосклон пронзит падающая звезда, отмечая смертельный путь кровавым хвостом. Пусть глупцов прельстит рыбья чешуя, заключенная в квадраты блестящего золота. Пусть единорог попрет древние законы и приблизит приход справедливой кары. И таковы были ее страдания, что милосердный солдат сократил муки ее, пронзив копьем изболевшееся сердце ее. Обалдеть просто. Просто как Хичкок просто. Нет слов. Ну а где то самое копье? Давай говори. Есть какой-нибудь шанс найти твое копье? Это было так давно, ведьмак. Если я правильно помню, после меня оно досталось другому солдату, мародеру. Он по сей день возле корчмы в лагере торгует реликвиями светлой госпожи. Я знаю, о ком ты говоришь. Угу. Прощай. Так, значит, все-таки копье-то у продавца реликвий? Ах ты скотина, ты меня решил обмануть. Ну-ну. Блин, задолбали, если честно уже. Давайте просто убежим, надоели они мне. Так, куда мы сейчас опять, я перепутал. Так, ну давайте нанесем ему как раз таки визит вежливости, этому самому ублюдку сейчас. Скотина, а. Решил меня провести. Вы только подумайте. Так, ну что, тем временем мы уже сейчас заходим обратно в лагерь и... Давайте сейчас допрос с пристрастием этому парню тут устроим. Он ж меня-то в прошлой серии обманул, ловко, говорит, к вдохновенному иди. Ну-ну. Святые реликвии? Угу. Я знаю, что у тебя есть копье, которым Яган пробил сердце Сабрины. Это он тебе сказал? Ха, вот тебе и раз. А я-то думал, что чудак все былые грехи позабыл. Ты хорошо знаешь этого Ягана? Теперь он мною брезгует, а ведь когда-то было иначе.
Вместе мы в войска записались. Вместе дрались под командой. То есть вот этот вдохновенный это есть Яган, что ли? Как справлялся, а он это дело ненавидел. Зачем его на битву послали? Он был худшим во всей армии, а пережил лучших вояк. Обосранный, обоссанный, весь в соплях и слезах, но пережил. А вот когда сжигали Сабрину, он сорвался. Такой вот прекрасный конец охеренно прекрасного дня. Потом он ушел в запой и покатился. Пропил все, что у него было. А я ходил за ним, как дурак, и выкупал все, что он закладывал в корчмах. Так ко мне копье и попало. Понятно. Отдай мне лучше это копье. Мне нужно это копье. Тебе не повезло, ведьмак. Последний раз я видал его пару лет назад. Что с ним стало? Ты смотри, какое совпадение. Тебе нужны сведения, а мне деньги. Может, мы того сговоримся? Сколько? Мое знание станет твоим, когда твои арены станут моими. Давай полкошеля. Херел, что ли? Так, чё ж мне тебе сделать-то? Расскажи мне, что знаешь, и расстанемся друзьями. Ты слышал цену? Ты будешь в убытке, когда я расскажу всем, что ты мошенник. Говорить всякий. Так уж сложилось, что на месте казни я нашел гвоздь. Настоящий. И он совсем не похож на блестящие гвоздики, которые ты продаешь. Как ты туда добрался? Это я потом расскажу. Мразота. Видишь ли, когда Яган спятил на почве Сабрины, я выкупил копье у трактирщика. Баран запил и заложил его на постоялом дворе. Яган уже тогда ошивался где-то в холмах, куда и заходить-то страшно. Иные его сейчас вдохновенным зовут, а по мне так он просто спятил. Я понятия не имею, почему бестии его не трогают. Ну тогда все только понятно. Вот один рыбак, у которого я привет беру, говорил, что некоторые чудища терпеть не могут запаха рыбьего жира, а Яган делает из него смесь. Вот что оказывается, на самом-то деле. Что ты сделал с копьем? Стыдно признаться, но я проиграл его в кости. А жаль, потому что сегодня получил бы за него неплохую сумму. Копье у меня выиграл солдат, который потом дрался в лесах долины Понтера с белками. Он мне говорил, что пробил этим копьем какого-то скотоельского заправила. Говорит, мол, древко треснуло, как на гребаном турнире. А интереснее всего то, что этот заправила все еще жив. Я слыхал, что он теперь среди этой айдирнской швали крутится. Тоже мне великий полководец. Эти ельфы — сентиментальный народец. Кто знает, может, наконечники сейчас у него? Йорет. Ты о нем знаешь? И тебе расскажу. За стол. Так, ну вот мы и узнали теперь, да? Так, ну а теперь нам стоит поговорить с Детмальдом о призрачной тьме. Вот сейчас мы узнали, что это копье оказывается у Йорвита. Вот так вот все закручено сразу стало резко, да? У нас с вами опять наш старый добрый друган Йорвит. Так, ну и все, теперь нам этот разговор надо обмозговать с Детмальдом. О призрачной мгле поговорить, но это с вами, друзья, мы уже сделаем в следующей серии. И как, насколько я помню, насколько мне не изменяет память, именно в следующей серии мы с вами пойдем вот на тот круг, где сожгли Сабрину Галевитсик вроде как. Вот, поэтому самое интересное еще, да, и сброс с проклятием мы с вами еще увидим. Всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч.